Всем привет, продолжим. Так, это у нас кротуки. Надо набить 777 мобов. Я уже тут подбил почти всех. Сейчас добью и будет норм. Так, открываем дневник. Путь к успеху Фугара. Вот, исследовать затерянные руины Кротуки. Выполнено. Соединить узлы от Алтиновы до Кальфеона. Ёлки-палки. Блин. Вам понадобится как минимум 18 свободного влияния. Так, тут где-то вроде ПК. Сейчас пойдем посмотрим. Так, где мы оказались? Чужих бегов, сердце викингов,
Что в Библии много добра. Говорить о плод сострадания и света. Но ответит хоть кто-то, что хоть раз эту книгу читал. Как принять эту гадость за день откровения? За кровавое месиво нового дня. Добрый Бог призывал любить сух ответу. Ну, конечно же, нет, он там сам убивать приказал. Всякий раз огорчаясь, когда крови нет, когда крови нет. Злобы построен храм, жнец получает все, и ты безликой твари отдаешь свое тепло. Чужим заставляют лежать. Бог отец убивает за мелочь.
убежать от улыбок и смеха, тоскливым мучением, тоскливым мучением. Злой построен храм, жнец получает все, и ты безликой твари подаешь свое тепло. Что так, выполнили приключения, что нам задавались. Нерудосен, Кратуки. Так, вторую выполнили. Теперь третья. Ох, блин. Тут что-то посерьезней. Надо, если у вас выполнено задание в гнезде ворон, то просто с черным духом поговорить. А если нет, тогда придется плыть туда и выполнять. Оно находится где-то вот тут. Угу. Ну тут все равно плыть придется.
Так, бежим в Вилью. Стоп, бафчик. Побежали. Бегим в Вилью. Там на корабль сядем. Потом обязательно возьмем медаль бессмертия ворона, но дается за прохождение квестов гнезда ворон. Понадобится. Сейчас Хикару или дрейфующего хищника убить. Потом экипировать надо будет эту медаль. А, так, еще надо 10 штук слитков по 1000 G. Ну, короче, один... Посмотрим, сколько это. 10 миллиардов, что ли? Ну да, походу 10 миллиардов понадобится. Ого! Так, я перепутал, значит, надо будет не 10 миллиардов, а 1 миллиард. Yeah.
города, принявших печати в себе их пастух, но нельзя обличать. В этой войне каждый сам за себя, все ждем твой ангела последнего дня. Так, теперь написано «экипировать медаль бессмертия ворон». Оп, экипировали. Следующее. Отдать черному духу 10 слитков. А, показать, а не отдать. Показали. Кстати, они у нас вот они остались. Встретиться и поговорить с Фугаром. Bye.
Не осознал, я видел тьму, смотрел.
Так, вот фугар. Вот у него диалог. Выбираем, а что вы собираетесь делать дальше? Все. Теперь открываем дневник, выбираем последнюю книжку «Путь к успеху фугара» и получаем вся защита плюс один. Так, тут, конечно, не отобразилось. Но вот тут отобразилось. Также книги за влияние используем. На этом все. Всем пока.